лучше водит свой мопед. В минувшую субботу на автодроме состоялись соревнования среди водителей мопедов «Мото-2014». Организаторами соревнований выступили сектор по молодежной политике администрации города, автошкола «Автодром» и автоклуб «Адреналин». Мероприятие проводится в городе второй раз, и главной его целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, владеющих мопедами. В этом году приняли участие в соревнованиях 20 парней в трех возрастных категориях. Младшая группа 12-13 лет, средняя группа 14-15 лет и старшая группа 16-18 лет. Конкурсантам было предложено три этапа испытаний. Теоретический блок включал в себя решение билетов на знание дорожного движения по категории А. Практический блок был разделен на два этапа. Первый этап – прохождение таких упражнений, как габаритный коридор, габаритный круг, восьмерка, змейка и колейная доска. На втором этапе ребятам предстояло выполнить задание движения с максимально малой скоростью. По словам почетного гостя соревнований Натальи Семеновой, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД отдела МВД России по Амурскому району, уже после первого этапа были выявлены лидеры соревнований, но не все смогли справиться с эмоциями и сохранить свое лидерство до конца. На площадке чувствовалась напряженная обстановка среди участников, ведь главный приз мопед хотелось получить всем ребятам. По прошествии всех этапов были выявлены победители, и ими стали в младшей категории. Первое место занял Дорошенко Игорь, второе место Колесников Серафим, третье место Комаров Вячеслав. В средней категории первое место Косиченко Вячеслав, второе место Перевозный Михаил, третье место Никитенко Вячеслав. В старшей категории первое место досталось Гулигину Владимиру, второе место Семеняк Александру и третье место Деркач Анатолию. Победитель в старшей возрастной группе получил новенький мопед. Сектор по молодежной политике выражает искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь в организации и проведении соревнований.